Всем приветики. Заказал себе в Китае такой вот чехольчик. Ну, не чехольчик, а коробочку для моего жесткого диска, который я недавно покупал. И в итоге вот она пришла. Пришла в таком пакетике. Сейчас мы распакуем. Ну вот и готово. Там еще был почтовый пакет с пупыркой и вот, ну а в нем лежала вот эта вот от фирмы Орика. Ну по отзывам у Орика больше всего отзывов было, именно поэтому я взял Орика, что там типа больше всего людей брало Орика. А защищающий бокс. Я брал такую типа защитную коробку для жесткого диска. Она вот как бы не сильно. Ну, она жесткая, но не сильно. То есть она вот продавливается. Видно, что продавливается, нажимается он. Но в каких-то местах она вот. Ну, чувствуется, что она такая крепенькая. Но она не сильно как бы. То есть хотелось бы, чтобы она вообще не продавила, чтобы ты нажимала, она не прогибалась. Здесь вот какая-то вмятина есть, потому что упаковка, в которой оно шло с пупыркой, мне кажется, ее маловато. Ее бы еще в какой-нибудь поролон завернуть. Вот. Ну, а так прикольно выглядит. Она как бы, это получается, я так понимаю, какая-то пластмасска. Или что? Наверное, пластмасска такая, которая обшита какими-то нитками. Хотя нет, я сейчас посмотрел, это не нитки, это просто такой узор на самом корпусе. Вот, здесь написано Орика тоже, ничего сзади. Так, здесь тоже Орика, ну и такая вот штучка. Открываем, смотрим, что там внутри. А внутри у нас, ну, кстати, довольно-таки качественно сделано. Внутри у нас один отсек под провода, типа, и второй под жесткий диск. Ну, довольно-таки качественно. Ничего не торчит, и нитки обычно там нитки торчат и все такое. А сейчас ну, такое все качественненькое, прям классненькое такое. Ни нитки не торчат, ничего. Прям радует. Ну и мой жесткий диск. Сейчас посмотрим. Ну, нормально, идеально, мне кажется. Как раз он вот здесь зазорчик остался. И по бокам зазорчики, и сверху. Сверху даже больше. Вот, а сюда, типа, тот же провод от жесткого диска можно положить. Хотя, не знаю, оно не будет ли там давить. Хотя, не, когда закрываешь, то есть, типа, жесткий диск прячется в половине. Хотя здесь еще закрывашка как-то идет на срез. Это типа стиль такой у них. То, что она идет на срез. Но по идее не мешает. Ну то есть оно в своей половине хранится, жесткий диск, а провода в своей половине хранятся. Ну да, они друг другу не мешают. Там жесткий диск, сверху провода. То есть вообще идеально. Ну все, такая вот коробочка. По-моему, круто. Я так и хотел. Чтобы он не просто валялся где-то, а чтобы он был как-то защищен от пыли там, от всего. Ну, в общем, нормально. Нормально так подходит. Единственное, что размеры могу померить. Я перед заказом померил свой жесткий диск. Так вот, в длину, в высоту, ну или наоборот. Ну или да, короче, померил с разных сторон. И глубину я еще тоже смотрел. И по идее,
все подходило. Ну, оно и видно, что он идеально лежит. То есть вот ты его ложишь сюда. И вот он прямо как для этого корпуса чехла и предназначен. Или как чехол для него предназначен. В общем, удобно, круто, я доволен. Качественный, кстати, чехол, я ожидал, что будет похуже. Качественный. Вот. Как-то так. На этом все, всем покидал.